Вот-вот, экипаж. Блякай, не надо мне. Че, не бляк? Не надо, бляк. Че ты снимаешь? Что, у меня вообще? Да, че вы меня толкаете? Че вы меня толкаете? Че вы меня толкаете? А че ты меня толкаешь? Я вам предлагаю поставить сейчас авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно. И оставить комментарий. В процессе просмотра этого видео обязательно по каждой из возникших ситуаций в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишете, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Экипаж. Проехал только что, направо. Сейчас. Экипаж только что мимо нас проехал. Вот назад его. Вот он, верни назад. Он сейчас на этот поехал. Назад экипаж по Никитинской. Экипаж по Никитинской. Он поехал по Куколкино в сторону центрального рынка. Он остановился, сейчас ждет кого-то, сядет на проезжей части. Да съебись, блядь. Давай, он паркуется. Блядь. Да быстрее, да, давай, блядь. Давай. Тихо. Паркуется. Он сейчас паркуется, нужно срочней. Паркуй здесь. Он поедет по направо. И здесь вот остановись, вот тут прям остановись. Вот тут все, не двигай никуда. Блять, он бы сейчас. Бардак, прям центральный рынок, вот вход этот, как его называют, бывший отель, отель здесь какой-то, забыл, как он называется. Да вот центральный рынок, все, вот. Да там со стороны тоже центральный рынок. Проезд между Фридрих Энгельса и Пушкинской, ближе как выходят, к отелю. Выходят, они вон вышли. Они выше, выходят. Вышли. Вот экипаж, отлично, есть, подъехал. Что ты до него доебался? Он просто шел, что ты доебался?
Объяснить, почему водитель ДПС до меня дотронулся. Вот, держит меня за руку. Он шел по улице, что не так, я не пойму. Ходи, что не так? Он шел по улице, что не так? Да, я тоже снимаю. Да, за что? Что не так, пацан шел, что не так? Что не так, шел по улице? Да, я шел по улице, за что меня вообще задержали? Я не пойму, да. А, удостоверение ваше, пожалуйста. Ну, покажите, покажите. Ну, покажите, да что вы мне держите, покажите. Я никуда не укажу, я никуда не укажу. Покажите. Хочу с другом поговорить. Поговорить. Я хочу посмотреть ваше удостоверение. Можно? Дим, экипаж, сюда, бардаку. Подъедь, пожалуйста, побыстрее. Да не, да отойду. Ты не блякай. Не надо мне. Че я не бляк? Не надо, блядь, пробуй. Не надо. Да за что вы меня удержите? Да вы мне держите за руку. За что? Ну вы мне покажите удостоверение свое изначально. Да куда? Перешай, я никуда не пойду. Да вы меня что держите? Да перешай. Да вы меня угрожаете. Нет, я не беру угрожать. Да вы, я сейчас разобью. Да не упадешь. Да упаду. Да не упаду. Да меня тянь, я упаду. Не чокай. Я все снимаю. Не чокай. Вы чокай. Ты снимаешь, да, дружище? Да, снимаю. Саратов. Что записывай? Вот, в дорожном парке удостоверение не предоставляет своего удостоверения. И как бы удерживать меня ни за что. Неплохая вещь. Какой экипаж направил сюда, Ленинского района? Можете отпустить свою руку? Да. За что у меня удерживают? Пока я вас удерживаю. Ну, за что? Бардак. Отель Брно. Что ты снимаешь? Как смотреть вот на... Что ты снимаешь? Центральный рынок. Вот что ты снимаешь? С улицы Пушкинской. А что я снимаю? То, что меня вот за руку держит. Ну, мы снимаем, мы все фиксируем. Правда? Все фиксируем. Фиксируйте, вот за что? Вот за что он меня за руку удерживает? Вот нет, тянет, вот. Бойся, вот ты снимай, он меня тянет. Вот. Ты снимай, брат, ты снимай. Снимаю сюда, да. Это не прячься, вот, встань. Да я не прячься. Ты меня угрожаешь, за что? Я тебе не угрожаю, дружище. А за что ты меня тянешь? За что ты меня тянешь? Вот я стою, ты за что меня удерживаешь? Ты хороший, чё вы, тихо. За что ты меня? За что? Андрюш, меня узнал. Угодно. За что у меня вот есть? Что я вам вот сделал? Я не понимаю вообще. Вот человек с камерой стоит, я вообще не понимаю, откуда вот он взял, что он хочет, я вообще не понимаю. Я все в Москву отправлю, вот реально. Это правильно. И я отправлю. А он тоже, наверное, куда-то отправит. Да, он тоже, наверное, отправит, он вот с камерой откуда взялся, я не понимаю. Да ладно, все. Что вы меня толкаете? За что? Что я нарушил? Посмотри, бля, пробку за вас создали. Какую пробку? Мне избивают. За что? Вот у меня все снимает камеру. За что меня избивают, толкают машину?
Ну, ну, чё, нет, чё, так, я не буду садить никуда. За что? Нет, не уходи. Ну, как я тебе говорю. Ну, типа, что ты делаешь? Да. Ты меня остановила, что ты сделал? Ну, ты меня остановила, что ты сделал? Я не ехал, я шел. Вот, включил камеру. Меня толкать в машину, я три раза попросил удостоверение, мне только показали, как вы приехали, мне четыре раза толкали в машину, меня за руку держали, не выталкивали отсюда, я там стоял. Куда ты забираешь? Да я снимаю все, у меня вся запись есть, у меня все есть. Меня за руку держат, все это держат. Ты меня тормозил? Вот на чем? Кривой, ты меня тормозил? Вот вы меня затормозили? Да, да, испытывал GPS. Вы меня затормозили? Здрасте. А что, дороги скоро освободите? Какие? Ну что, тут вообще, блядь. Вот давайте посмотрим. Сам еще не известно. Да. Что, тормозил? Я шел, ты вообще пошел. Я шел. А что, машину взяли? Не так ли было? Вот давайте все видео у них пересмотрим еще где-то. Я шел по улице, вы мне за руки взяли. Ты же не вообще не взял, он не пил, нихуя. У меня нет документов, я вообще не управляю, у меня ничего нету вообще. У меня ни дома, ничего нет. Я бомж. Да, бичу. Ну, как я мог управлять транспортом? Мне бы таким бомжом, блядь, на Пассате, блядь. На Пассате, ты, блядь, че, блядь? Че? А, ты снимаешь, да? Я снимаю, друг. Как? Да. Кайф, кайф. Мне бы на Пассате бомжевали, блин. Вообще нормально было. За что? За что? Вот объясните, за что? То, что я выпил. То, что я выпил. Поехали. Нет, то, что я выпил. Куда? Поехали. Поехали. То, что я выпил, поехали. Что? Это не отец. Ну что, поновение. Ну, то, что я выпил. А за то, что я вам сейчас покажу, как у меня инспектор приезжает. У меня телефон в машине. Нет, что? Еще за что? У меня телефон в машине. Давай. Слушай, какие борзы, реально. Не понял, что это? Нет, мне просто нужно забрать вещи. Блин, ну это не серьезно. Ты тоже убрал? От формы руки убрал! Знал. Вот ты от меня руки-то убери тоже, да? Слушай, пивком-то на себе не веди на улице. А что, я его пил? Она распечатана, да. Ты хочешь, ты это отхлебываешь. Могу я отхлебываю, ты ж на работе. Я вот я относительно просто отхлебываю. Узнал вас. Как, рейд? Идет нормально? Я сегодня уже второй. Да. Ты же не первый. Откуда же ездит обычно? Да, везде, где-то в Мугаде. Здорово.
Вы меня... Против? Против? Я заправлял. Конечно. Чё ты меня спросил? Против пьянства за рулём. А чё ты спросил? Почему спрашиваешь? Ну, всегда спрашиваю. Всегда интересно. Один может помолчать, другой же помолчит. Мы ждём ответа. Хуёво уже закончится. А вы врать-то, да? Ну, типа того, да. Всё нормально. Вы приехали в бардак. Что там, бардак или что? Женщина, доброй ночи. Напиши, что объясни. Ну, конечно. Все. Жень, принеси, объясни. Первый очередь. Строй, боец. За резкий запах алкоголя изо рта имеется видеозапись, написано собственноручно. Что за дела? Где? Так, что сегодня у нас? Какие дела? 17-го, да? Спроси. Кино. Кино, блин. Приехал в Воронеж, блядь. Будешь теперь знаменитым. Все на камере, блядь. У тебя даже есть возможность сказать какие-нибудь хорошие слова для наших зрителей. Сказать, не пейте за рулем. А мне нахуй ваш слова не будет. Не, ну может что-нибудь хорошее, может хочешь поделиться. Слова, блядь. Как-нибудь уйти отсюда. Еще побыстрее, бля. Ну слушай, ну а ты за рулем пил, да? Да не, да не, ты охуел за рулем, я, блядь, ты видишь, смотри, стою, какая. Воду так пьет. Банак. Там водитель снимает. Убери. А, водитель убери. Да, 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 тише, не надо, руки не надо. Не надо, ты лучше не надо. Я тебе говорю, убери нахуй, не снимай. Ты можешь свои подруг свои снимать. Не надо руки. Не надо руки. Не, ну хуя меня снимаешь. Что ты, блядь, лоха нашел, блядь. Убери нахуй отсюда. Успокойся. Нашел кто снимать. Наша сторона. Зачем? Ну нахуя, что я, блядь? Адрик, чему хорошему это все приведет? Ну а что, сын меня снимает, что ты, блядь? Ты попал в эту ситуацию. Какую ситуацию? Я просто шел, блядь. Остановился. Какую нахуй ситуацию? Я охуел. Слушай, ты попал в эту ситуацию. Вот, к сожалению, она возникла. Мы при таких обстоятельствах познакомились. Не, Вадик, ну какую ситуацию? Я просто, блядь. Иду, блядь, воды пошел в русском. Какую нахуй ситуацию нахуй меня снимать? Так, вот сотрудник полиции там очень лояльно к вам отнесся. Другой бы сотрудник полиции, который нелояльно, он мог бы скрутить каждого. Вадик, ну какую ситуацию? Я, блядь, просто шел, бухал. Ну как бухал, воду пью, блядь. Молодец, конечно. Нахуй меня снимать, я хуй. Че, блядь, жертва, блядь, Воронежа, блядь. Первый раз Воронеж, блядь. Первый раз Воронеж, я Воронеж ни разу не был. Такой выстрел нормальный. Это как мы сегодня наркоманов от них гоняли. Кричим, что я далеко не наркоман. Ты глянь, мои руки, у меня мозоли, блядь, на каждом пальце. Я трудоголик по жизни. Нахуй вы меня снимать, я, блядь. Ну, можешь чуть про тебя плохо что-то. Я всю жизнь работаю, блядь, пошу, блядь. 13 лет кроссовки себе покупал, вы меня, блядь, снимаете. Молодец. Охуели вообще, блядь. Не, я тут вообще не поняла. И пацаны, чё, мы с пацанами шли, тупо шли, блядь, в клуб девок взять, ну как найти женщин. Ну скажи, вот тупо вы шли. Вы тупо шли, когда приехали, вы начали идти. Заебал, где приехали? Ты с каких пор нас увидел, что мы ехали, блядь? С этой плаза против ДК. Это, господи, ДК, как он говорит, политех, например, политех. Политех, блядь. Да, и Воронеж да, вообще хуй знает, первый раз Воронеж. Будешь теперь знать, где у нас есть замечательные места. Нахуй мне нужно, это Воронеж. Сидит, нужно трезвым. Слушай, не было тут ни разу, лучше не бывает, да? Да ладно, что, нормальный город. Да какой нормальный? Ну, что-то такое, не разрешают пьяным ездить. Да не, блядь, аишники вокруг. Нормальный город, блядь. Че, где? Да, его отвезли, вот сейчас документов нет. Это коллега их нет? Да, конечно. Это у вас гру. Да, у нас много. Да хуя вы знаете. Да, вау. Не дай бог вам встретиться. Я думаю, если вы такой хуйней занимаетесь, я думаю, блядь, я вам попадусь когда-нибудь. Слышь, я теперь понимаю, кто такой. Я пару лет назад не ехал. Не-не-не, лицо у тебя закона точно нет, не с этим. Там прокурорский сотрудник. Ты говоришь в частных видео, кажется, я тебя видел. Не-не-не, я сейчас вспоминаю, прокурорский сотрудник один был. Знаешь, не был передачи, я тебя видел. Блядь, как же, блядь. Вот, экстренный, вот я не экстренный, вот эту передачу смотрел, блядь. Экстренный вызов. Ну вот эти скандалы интриги расследования показать, все, что скрыто. Какой скандал, заебал, как это, блядь? Ебать, я обстрел, блядь, а? Такую жопу, блядь. Не ругайся, мат. Смотри,
Вон, заведение иди гуляй, там надо 6 утра. Отдыхайте, да, чего вы расслабляетесь? Да. Нихуя себе, все хорошо, хорошо, да. Другу, блядь, шли троем, блядь, кайфовали, блядь. Самого смешно. Нормально, блядь. Да что смешно, нихуя себе. Не, ну ты же сейчас рассказываешь того, чего не было. Как не было, мышка, блядь, специально. Как, он парковался. Да кто парковался? Только сотрудник подъехал, он сразу вышел и как побежал, как телефон. Побежал. Хороший телефон. Телефон, я снял. А ты такой же, как на видео, да? Он знаешь, что? Когда они это... Слушай, это хорошо или плохо? Я тебя тоже узнал, я тебя в телевизор видел. Смотрю это, 100%. Все равно, блядь, я знаешь, как, блядь, как не запомню, как, блядь, называется. Смотрю, подошел и шепчется, и смотрит такой на нас. Я думаю, ну, узнал. Узнал, раз не узнаю. Да погоди, как же, блядь. Блядь, ну где машины бьются там? Дорожные войны. Во-во, да, точно, да. Блядь. Ну, там часто наши видео там показывают. Я только узнал, минут 5 назад. В общем, расклад такой, это второй пьяный за сегодняшнюю ночь. А Антон меня завозит домой. Я дошел уже, поднялся наверх на лифте. И такой звонок. Тут кривой. Я говорю, давай быстро возвращайся. В общем, он заехал, он за мной. Я домчал быстренько до остановки. Ну, в общем, приехали. И они были, находились, значит, эти ребята у клуба «Плаза» напротив политехнического института. Ну, соответственно, мы сообщили сотрудникам дорожно-патрульной службы и продолжили за ними их вести, назовем это так. Довели их, здесь они кружились, довели их до замечательного заведения, в кавычках, «Бардак», я не помню, как оно правильно называется, на Пушкинской. Куколкин здесь улица. Ну вот, в общем, водитель, паркуясь, в этот момент видит, что сотрудники, припарковавшись, быстро выходят, сотрудник подходит к нему и начинает убегать. Ну, в этот момент сотрудник его задерживает. И возникла такая перепалка, ну, в общем, конфликт. Ребята немножко агрессивничали, ну, в общем, все хорошо и слава богу. Никто не пострадал, ни одна из зверушек выжила, ни одна из зверушек не пострадала. Ребята нас узнали, срисовали вот здесь, вот сказали, что видели нас по телевизору, видели нас в Ютубе. Наши, в общем, зрители постоянные. Антон, красавчик, еще раз, молодец. Да я хуй знаю, чья машина. Зашел погреться, блядь. Чужую машину? Ты мне похуй, я в ДПС, ну сел так. Чё, ты что, не снимал, когда я садился? Я реально, ты просто балабол, собеседник, это блядь. Это ты балабол. Это ты, а ты не это тыкай, ты, блядь. Ты пиздабол. Это я ты, ты же стоишь. Это... Свидетель, все подставные, все подставные. Да хватит, кого снимаешь, подставных свидетелей. Теперь мы знаем, что тебя Дима зовут. Не Вадик. Ты решил на ходу, наверное, меня узнал и решил Вадика представить, да? Нет у вас. Что-нибудь подписчикам, нашим зрителям, телезрителям скажешь, Дим? Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока!